Ну что, всем здравствуйте. Велосипед, лес, природа, пауты. Я все с рыбалкой мы завершили пока. Надо нам кое-какие дела в лесу сделать. Так что, что будет, буду снимать, чего не будет, буду себя снимать. Поболтаемся пока по лесам. А то что, все, карасей да карасей гоняем. Будем козликов. Вот иду, короче, тропиночкой по лесу. Дорога ехал. Мне тут хорошо, оно причем набито. Дорога ехал, двух козликов или козочек видел, не знаю, они убежали, когда я их уже заметил. В поле поодиночке были. Я думал, уже все пасутся. А сейчас пока иду, спугнул козлика. Ветер дует. Как бы подошел я к нему, оказывается, довольно близко. Он соскочил и сразу побежал, увидел, что очки блеснули, и все. Не смог определить, видимо, линза от оптического прицела или от очков. Все-таки он решил не рисковать. Потому что может и то быть. Короче, даже рога не разглядел. Но козлик такого ничто размерчика. Вот так вот. Сейчас иду. Козы-то уже, по идее, должны пастись. Но они меня не особо интересуют. Попробую дойти, наверное, опять до того места, где трофейный козлик живет. Поглядим, живой он, не живой. И как у него дела с рогами обстоят. Но пока вот такие планы. Там будем корректировать их уже по обстоятельствам. Вот так вот. Раз снимал. Комарики его кусают, яда набрызгался. Меня пока не кусают. Ну, смотри ты с головой. Надо оценить, измерить. Ну, а я чё в лес-то поехал, короче? Психику им портить опять своим этим. Остановился. Вот так вот тут, в общем.
жарко ему. Ну все, теперь точно убежал. В общем, вот так вот. Сейчас вот такой пробовал. Пикалка. Коза идет. Кричит. Сейчас выпишет прям в упор, говорите, манок, у меня пугает зверь. Вон он как спокойно ходит. Ой.
такая местность, камыши. Камыши где-то впереди. Кого-то видел. Козлика или козочку, а вот. И это тот, который в последнем видео был. Кто внимательно смотрит, вот третий рогач, наверное, и все три из предыдущего видео, только там они были еще все наполовину выленившие, сейчас выленили до конца. Вот такие рога у него несерьезные. Свистеть больше не буду. Реакции у них на мой манок положительной нету, как обычно. Более сейчас все меня облаивают тут в округе. Со всех сторон. Вот тут шуму. Шуму навел. Так что вот так вот. И уже как бы движусь в направлении места обитания трофейного козла здорового. Так что нам его надо заснять. Попробовать, поглядеть. Вот так вот. Или, короче, пешеход какой-то бегом сейчас побежал. Так вот. Или лось. Блин, лает козел. У меня показалось черный кто-то. Может, козел там просто мелькнул. И что именно не прыжками, а как будто бегом, как конь рысью. Но коня тут не должно быть. Полянка, где должен быть здоровый козел, ходит маленький козел. Непонятно, где тогда большой козел. Поле какой-то один ходил. Мне кажется, рога сильно узкие по размаху. Далеко, плохо сильно видно. Попробую выйти. Может, все-таки там тот ходит. Где-то мы разошлись с этим козликом. Не понять, короче. Мне кажется, не он. Не тот. То какие-то другие рога. Пошел туда, куда последний раз я видел того. Козел вышел на мой след и орет. Причем, возможно, тот же самый козел. Нет, решил стороной обходить. Ладно, время не буду терять. Пойду дальше. Вот такой еще козлик. 15 июня. Рога во все лохматые. И вообще некрасивые. На одном один, на другом два. Какие-то они тут несерьезные козлы, кстати, в этом углу.